Вітаю глядачів телепрограми «А у нас у дворі». Наша творча група продовжує розповідати про людей, які живуть поруч із вами. Це ваші сусіди, приятелі, колеги, знайомі. На перший погляд, всі вони звичайні люди. Та насправді кожний – то цілий світ, що сяє гранями талантів. Таланти різні, в кожного свої. Саме про таких звичайних, незвичайних комсомольчан йдеться в наших телевізійних випусках. Ми починаємо наш випуск у дворі місцевого футбольного клубу «Гірник Спорт». Минулий сезон став золотим для нього. За підсумками 2014-2015 років, клуб виграв медалі вищої проби і увійшов до першої ліги. Однак сьогодні мова піде не про футбольний клуб «Гірник Спорт», а про його групу підтримки «Спартс.Комс». У міжнародному середовищі дії такої команди називають черлідингом. Ця група складається з черлідерів, спеціально підготовлених учасників. У Комсомольську це дівчата, одягнені в уніформу кольорів футбольного клубу «Гірник Спорт». Черлідери під час ігрових матчів об'єднують вболівальників, скеровуючи їхні емоції на підтримку команди. Дівчата із групи черлідингу футбольного клубу «Гірник Спорт» ретельно тренуються, адже черлідинг існує в двох іпостасях. З одного боку, це барвисте шоу, яке заповнює спортивні матчі. З іншого – видовищний самостійний вид спорту з елементами гімнастики, акробатики, танцю. У Комсомольську черлідинг виник разом із збільшенням кількості вболівальників. Наплив болельщиків за два роки, середня посещаемость составила 1500, було 2000. І, звісно ж, на матч «Динамо Києвом» вже прийшло рекордне кількість болельщиків. Більше 3000 було, при тому, що стадіон вміщає 2500
человек. И вот, учитывая этот весь комплекс позитива этого перспективного движения вперед, директор нашего клуба Татьяна Евгеньевна Каплун как-то сказала, а почему бы нам не порадовать наших болельщиков не только качественной профессиональной игрой, агрессивной, которую показывает наша команда, но еще и зажигательными танцами, которые могли бы поддержать и наших футболистов, и которые могли бы привлекать еще больше болельщиков на трибуны. Начались искать пути, возможности создания группы поддержки чирлидеров, девочек с красивой пластической танцевальной подготовкой. Этот процесс затянулся ненадолго, буквально через 1-2 недели нам удалось познакомиться с хорошими тренерами в Комсомольске, которые и благодаря поддержке информационной и морально-материальной в какой-то степени, и была создана вот группа чирлидеров, которые сейчас вот уже больше года радуют наших болельщиков и заряжают на новые спортивные свершения наших футболистов. Наши девочки помогают нам в разных других мероприятиях, которые мы проводим действительно громаде. Например, у нас тоже награждение нас медалями золотыми, бронзовыми. Девочки участвовали очень активно и, можно сказать, непосредственно. Я думаю, что они в том числе заработали вот и ту медаль золотую, и ту бронзовую. Они как бы участвовали в этом же самом процессе. Наверное, нужно будет предложить руководству, чтобы нашли возможность, и эти медали девочки или их тренеры получили. Есть мероприятие «День горняка спорт», например, которое мы вот провели в этом году. То есть собрали все 11 возрастных категорий детей и вместе с главными, с игроками главной команды и с главным тренером провели ряд конкурсов. Это все прошло в течение одного дня, выходного, воскресенья. Это было 2 недели назад. И девочки тоже очень сильно помогали, поддерживали, они выходили в форме и разбавляли вот этот, можно сказать, пресный мужской футбольный коллектив детей и игроков главной команды. Девочки нам помогают в остальных всяких мероприятиях, в том числе вот на праздновании 20-летия нашего клуба, когда они встречали гостей, когда они тоже танцевали, когда они свой номер представили на сцене. Тренує команду черлідерів футбольного клубу «Гірник Спорт» Ольга Капоріна. Свого часу вона закінчила Харківський державний педагогічний університет і багато років працювала вчителем фізики в НВК імені Людмили Богаєвської. Одночасно Ольга трудилася там шкільним хореографом, а також фітнес-тренером у спортклубі «Сила і грація». Наразі Ольга працює хореографом загальноосвітньої школи номер 4, продовжує діяльність фітнес-тренера і тренує групу підтримки футбольного клубу «Гірник Спорт». Горняк – чемпіон, победитель только он! Горняк – чемпіон, победитель только он! Горняк – самый лучший, нет команды нашей круче! Керівником групи черлідерів «Спаркс-Комс» Ольга Капоріна стала 2014 року. Я являюсь не первым тренером команды поддержки. В самом начале, когда спортклуб «Горняк Спорт» решил создать группу поддержки, Татьяна Евгеньевна обратилась за помощью к директору спортклуба «Сила и грация» Лене Гордеевой с предложением помочь создать такую группу поддержки на базе спортклуба.
То есть площадка основная тренировочная – это благотворительная спортклуба «Сила и Грация». Спасибо большое Елене Николаевне Гордеевой, которая предоставляет эти площадки. И, соответственно, Елена Николаевна обратилась за помощью впервые к моей дочери Алене Копориной, которая и была первым тренером этой команды. И требования, ну почему к Алене? Потому что Алена имеет шикарную танцевальную подготовку благодаря Глории и своей работе в Глории. Спасибо Ольге Атаманчук за эту шикарную школу. Плюс она хореограф, она учится в Поплавском на хореографа. Плюс у Алены шикарные акробатические данные. И при этом она тоже является йога-тичером. В общем, сочетание таких направлений, как спорт и танцы, и умение создавать шоу, это как раз то, что нужно в чирлидинге. Ну, когда моей дочери поступило это предложение, мы стали искать, что же это такое, да, такого направления в городе не было. Мы начали искать информацию в интернете. Мы узнали, что чирлидинг – это вид спорта, который сочетает в себе объединяют в себе несколько направлений: танцы, акробатику, гимнастику, зрелищность. Чирлидинг создан для того, чтобы привлекать на стадионы и на трибуны зрителей, для того, чтобы поддерживать команду и для того, чтобы создавать настроение на стадионе. Все эти направления нам очень понравились, и мы стали смотреть видеоматериалы и увидели, что работа на самом деле очень сложная. Я благословила Алену, сказала, что я такой объем работы не подниму, но ты молодая, ты сможешь. Но перед Аленой стояла сверхзадача, потому что команда, спортклуб сразу захотел красивых, высоких, пластичных, хореографичных девочек лет 16-18. Лет 16-18 красивые хореографичные девушки, как правило, либо уже выходят замуж, либо уезжают учиться в другие города, либо у них начинается активная личная жизнь. И найти таких девушек достаточно сложно, либо они уже где-то танцуют. И Алена сделала просто сверхзадачу. Набор происходил в феврале месяце, а в апреле была уже первая игра, первое выступление. То есть на подготовку был просто февраль и март. Алена вместе с Еленой Николаевной, они прошлись по техникуму, по училищу, и был набран первый состав. И я вам честно скажу, это была просто неподъемная работа. Первый состав были девочки, которые вообще не имели хореографической подготовки и какой-либо акробатической, гимнастической, они танцевали никогда. Когда я видела первые несколько репетиций, я вздохнула, еще раз пожелала удачи, но через два месяца, когда я увидела результат, я была потрясена объемом работы, который был сделан. И Алена большой молодец, и девочки, которые работали, я назову их имена, это Марина Соляник, Лена Клепещук, Инна Бесценная, Юля Тищенко. Эти девочки, ну, выжали из себя все, то есть это была самоотверженная работа, они сели на шпагат, они научились делать чировские прыжки достаточно серьезные, была очень серьезная силовая подготовка, хореографическая, и первое выступление в апреле месяце, оно состоялось. Это был первый танец, по хореографии он был достаточно легкий, буквально они сразу же начали делать второе выступление. В общем, первое выступление, оно прожило ровно один раз, то есть оно было одно единственное, и сразу же хореография стала усложняться, дополняться акробатическими элементами. И пошла работа. Серьезная работа была по пошиву и созданию костюмов. Это тоже была проведена большая работа. Алена, она еще и художник, такой достаточно талантливый. И она предложила интересный эскиз, и вместе с не менее талантливым костюмером
Дашей. Был создан эскиз костюма одного и следом второго. И костюмы, в которых выступают наши девочки, действительно очень красивые. Они уникальные, они поддерживают цветовую гамму нашей команды. И девочки прекрасно смотрятся в этих костюмах. К сожалению или к счастью, но Алена была тренером недолго, и она она учится, она уехала, и автоматически команду чирлидеров приняла я. И начался второй этап моей работы. Есть определенные сложности. Первая сложность состояла в том, что девочки, которые были набраны в первом составе, закончили учебу в колледже, разъехались, поступили в вузы, разъехались по городам, и первый состав практически полностью был потерян, распущен. И пришлось набирать школьниц. Нашла очень хорошего акробата в городе, Юлия Александровна. Она выручила меня очень сильно, она показала, научила девочек азам спортивной акробатики, очень много элементов и правильности выполнения элементов показала нам. Серьезная работа была проведена, благодарю ее, она сейчас тоже отошла, больше не помогает нам в работе, но те элементы, которые мы смогли учесть, мы используем. И у нас сейчас состав чирлидеров, такой он колеблется от девочек от 13 лет до 17, то есть это достаточно молодые девочки, очень интересные. Есть у меня очень маленький чирлидер, я думаю, возьмете у нее интервью, это Алиночка Евстропова, это девочка, которая из города Луганска, и она маленький чирлидер, она приехала уже как готовый чирлидер, вписалась в нашу взрослую команду, ее привела мама, и она сразу же зашла в зал и сразу стала учить хореографию, и буквально через неделю она уже с нами выступала. Малышка, сейчас она уже подросла, за год уже немножечко выровнялась, а раньше она, конечно, очень выделялась среди детей, и она сразу стала, конечно, нашим флайером. Я приехала с Луганска. В Луганске я тоже занималась чирлидингом. Мне этот вид спорта очень нравится. В Луганске у нас были соревнования по этому виду спорта. Мы готовились и потом выступали, занимали места. Здесь мы выступаем за футбольный клуб, болеем за футбольный клуб. Мне очень нравится, что здесь занятия бесплатные. Мне очень нравится коллектив. Они очень хорошо меня приняли. Я капитан команды чирлидеров. Я помогаю тренеру делать танцы и помогаю организовывать работу с девочками. Мне очень нравится заниматься чирлидингом, потому что это очень сближает меня с девочками, и работа в команде – это очень хорошо. Мне нравится выступать на нашем стадионе, потому что в этом есть своя особенность, так как зрители находятся с обеих сторон. Главное – поддержка и доверие друг другу, особенно в поддержках, чтобы не упасть и достойно выступить. Ми одні із перших, хто прийшли на черлідінг. Спочатку було дуже важко, але згодом ми звиклися і нам дуже подобалося цим займатися, тому ми не покинули. Заняття черлідерством дуже змінили мене і в тому числі наших дівчат. Ми стали більш впевнені, більш спортивні, ще більш впевнені в собі. Нам це дуже подобається. Особливо виступати на полі. Довіра і підтримка в нашій команді – це найголовніше, що нам треба. В команду чирлідерів я попала недавно і прийняли мене дуже добре. Всі такі дружні були, спілкувалися зі мною дуже добре. Ми дуже сильно здружились, підтримуємо друг друга, якщо щось там случилось і так далі. Довіряємо друг другу. Заняття, вони мені даються легко. А вот именно растяжка, оно самое трудное, в принципе. Но когда я смотрю на девочек, я надеюсь, что у меня все получится, как у них. Я стараюсь, пытаюсь это все делать и надеюсь, что будет все хорошо. Черлідингом я займаюся вже 2 роки, мені дуже подобається, тому що це цікаво, це і танці, і ти підтримуєш футбольну команду, і дивишся всі матчі футбольні. Мені подобається футбол, тому дуже цікаво це робити. Раніше я не дуже була палкою фанаткою футболу, але після того, як я пішла в групу підтримки, стала учасником її, то я зрозуміла, що футбол – це цікаво і класно.
спасибо, конечно, инициаторам, да, создания такой группы поддержки. Это Татьяна Евгеньевна Каплун, это ее была идея, это она такая мама нашей футбольной команды, очень, очень добрая, нежная женщина. Ее идея добавить красоты в выступление, не только грубой мужской энергии, но еще изящества и легкости, добавить девочек на выступление. И, конечно, футбольный клуб очень сильно поддерживает. Я должна сказать, что уникальность вообще этой группы поддержки в том, что она совершенно бесплатна для ее участниц. И это в наше время, я считаю, очень ценно. Девочки занимаются совершенно бесплатно. Спортклуб «Сила и Грация» предоставляет площадку для тренировок, предоставляет гантели, возможность заниматься тепло, электричество и так далее. А футбольный клуб шьет костюмы, оплачивает работу тренера. То есть это серьезная спонсорская помощь. Ми побували на заняттях з черлідингу у спортклубі «Сила і Грація». Зустріли там Олену Гордєєву, керівника клубу, який надає благодійну допомогу місцевій команді черлідерів. Ідея організувати команду черлідерів була, звісно, Тетяни Євгенівни. Она мне предложила поддержать их, и я в этом согласилась. Мне очень понравилась идея, потому что в городе нет такой команды, и как бы мы первые начали это дело. Девчонок надо было организовать, найти, и я ей предложила свою помощь в этом. У нас есть помещение, мы можем предоставить эти помещения для занятий группы черлидеров. Эта идея мне очень понравилась, потому что очень мало женских видов спорта в нашем Комсомольске, а так как черлидерство – это все-таки вид спорта. Девочки не только танцуют, они занимаются еще акробатикой, гимнастикой, развивают свою силу, ловкость и другие физические качества. Тренеры Ольга Андреевна и Алена Копорина, они высококвалифицированные инструкторы, хореографы, они могут воплотить свои идеи в девочках, у них очень большой опыт работы, они молодцы. Девочки занимаются у нас разного возраста. Сейчас планируем открыть школу черлидеров младших, среднешкольного возраста. В результате вообще думаем о профессиональной команде черлидеров. Занятия проходят абсолютно бесплатно на базе нашего клуба, поэтому приглашаем детей приходить, заниматься и участвовать в нашей команде черлидеров. Рады, что наши девочки все-таки показывают такой уровень, что другие города и другие фаны оценивает наш уровень наших черлидеров. Поэтому я девочкам пожелаю как бы в дальнейшем так держать, быть самыми красивыми, спортивными и поддерживать наши команды, нашего города на высоком уровне. Олена і Ольга – однодумці. Тож разом вибудовують плани щодо подальшого розвитку черлідингу в нашому місті. Попри те, що цей вид спорту новий для Комсомольська, перспективи розвитку в нього є. Принаймні, так вважає тренер Ольга Капоріна. Черлидинг – это очень серьезная система. Существует федерация черлидинга в Украине, существуют соревнования. Они проходят на очень серьезном и высоком уровне. Есть определенное направление. Есть выступление, которое называется чир. Это выступление с серьезной акробатической подготовкой, с серьезными акробатическими элементами. И, к сожалению, мы не готовы выступать в этой категории, потому что, конечно, акробатической подготовки у нас просто нет. Есть категория чир-дэнс. Вот чир-дэнс как раз это то, что мы показываем здесь на стадионе. Это шоу с элементами акробатики, с элементами гимнастики, с элементами построения пирамид. И есть чир-микс. Это серьезные выступления акробатические, где участвуют мальчики-партнеры как база. Да? Есть такие термины, как база и флайер. Вот база – это те девочки или мальчики, которые стоят в основе пирамиды, а флайер – это тот, который наверху. И не только наверху, а флайер – это тот, который летает, то есть это летуны. Это девочки, которых подбрасывают, которые самые легкие, которые самые гимнастические. У нас тоже такие есть, у нас летала Лена Клепещук, я должна сказать тоже отдельно. Спасибо этой девочке, которая совершенно без подготовки пришла, и за пару месяцев она сидела на всех шпагатах и была очень, очень сильным, очень хорошим флайером. Работа сложная физически, у нас серьезные силовые тренировки, они проходят
все с отягощениями, с гантелями, с прокачкой рук, с прокачкой спины, пресса, потому что база должна быть сильная, серьезная гимнастика. Дети, девочки, подростки не всегда любят работать. Сложно, сложно. Мне сейчас сложно. С ними зажимаю их очень жестко, пытаюсь работать. Есть определенная текучка, да, потому что не все выдерживают такой ритм работы. Но, тем не менее, это интересная работа, перспективная. И выступления наши, они же девочек и поддерживают. Это является для них стимулом для того, чтобы расти. Это серьезная работа. Девочки работают практически все лето. Они работают июнь, и август, сентябрь, октябрь, ноябрь, пока выступают команды. Мы все время на поле. И я благодарна девочкам, которые понимают эту ситуацию и выступают. Возможно, иногда летом у нас состав немного сокращается, но, тем не менее, все равно такая степень ответственности ложится на девочек. Я вижу огромную перспективу в развитии этого направления в нашем городе. Это совершенно новое направление. И наряду с танцами, да, у нас есть эстрадные танцы, у нас есть народные танцы, у нас есть бальные танцы, у нас есть спортивные направления. Я вижу, что развитие чирлидинга в городе – это огромная перспектива. То есть это такая школа для девочек, и для мальчиков. Если ее поставить на нужную основу, это колоссальное развитие вот тела, соответственно, и духа, соответственно, и дисциплины и разума. Потому что я знаю, да, проработав 10 лет в школе, я знаю, насколько дисциплинируют танцы, и, как правило, все хорошие танцовщицы, они все отличницы. То есть это 100%. То есть это дисциплина ума в первую очередь. И хочется, конечно, поддержки. Есть определенные проблемы. Например, для того, чтобы строить пирамиды, нам нужен высокий зал. Но мы работаем в силе и грации, мы не можем даже поставить в два роста. Да? Пирамиды строятся в два человеческих роста, в три человеческих роста. И мы бы могли их работать, могли бы что-то строить, но у нас нет для этого подходящего зала. Все поддержки и броски, которые мы уже начинаем делать, в зале я не могу этого делать. Не могу, она ударяется ногами о потолок, к сожалению, и это есть проблема. Плюс проблема в том, что для такой серьезной работы обязательно нужен серьезный акробат. К сожалению, я не акробатка, и это должна быть отдельная статья расходов, отдельный тренер. Если это дело, вообще дело, да, поднятие чирлидинга в нашем городе, поставить на нужное русло. Но я об этом мечтаю. Вот, я надеюсь, что это когда-то свершится. Я вижу несколько групп детей подготовки, потому что мальчики-футболисты, они тоже работают каждый год. Очень много состава мальчиков-футболистов, ребята тоже выступают, и маленькие группы, и девочки-черлидеры могли бы поддерживать команды мальчишек-футболистов. Да? Основной состав, он сейчас работает на поддержке основного состава футбольной команды. Да? Это наша первая лига, и это большая честь для нас, и нас транслируют и в интернете, и это очень сильно дисциплинирует. Очень хочется, чтобы у нас был большой зал, да, то есть вообще любой большой спортивный зал с хорошими матами нас бы выручил хотя бы для тренировки конкретно по акробатике. Это отдельная работа. Нужны подвесы, то есть нужна страховка для того, чтобы это осуществлялось. Хочу сказать отдельное спасибо нашим родителям, которые поддерживают девочек в тренировках, отпускают их, терпят то, что все наши выступления проходят по субботам и воскресеньям. Я как тренер очень признательна маме Инны Мовчан, Алене Мовчан за ее поддержку нас в плане фотографирования, видеосъемок, все материалы, которые у нас и есть, которые мы можем выкладывать в нашей группе ВКонтакте. Это только благодаря ей. Я приглашаю всех девочек сейчас, да, нашего города, там, начиная с 10 лет и до 11 класса, всех желающих, кто хочет присоединиться к нашей команде поддержки, приходить на тренировки в спортклуб «Сила и грация» вторник-четверг на 4 часа. Это сейчас еще пока совершенно бесплатно. Наш город уникален, поэтому есть у детей такая шикарная возможность заниматься, тренироваться, развиваться, танцевать и выступать. Людське життя дивовижне і барвисте, якщо воно сповнене цікавими справами.
Свідченням цього є історії про героїв нашої телепрограми – яскравих і захопливих комсомольчан. І таких у нашому місті багато. У кожному дворі мешкає чимало цікавих, талановитих людей. Пишіть нам про них, розповідайте по телефону. Зробіть свій двір відомим разом із телеканалом ГОК. До побачення!